Весной этого года в нашем городе была впервые апробирована новая технология. Это посадка деревьев крупномерами. Она очень хорошо себя зарекомендовала. Дерево пересаживается почти с кубом земли. В нем сохраняется до 70-80% корневой системы. И как показал результат, даже жаркий май, ужасно жаркий июль, а деревья у нас все стоят в отличном состоянии. Посадка деревьев еще в советское время была спланирована неграмотно. Из 40 деревьев, которые на этом участке мы обследовали, ни одного здорового дерева, к сожалению, не было. И в настоящий момент то, что эти деревья уберут и заменят на вот такие прекрасные сосны, это хороший выход из ситуации. Сейчас погодные условия наиболее подходящие для пересадки деревьев. В эту погоду у них снижается транспирация, испарение воды, и корневая система наилучшим образом может прижиться. Поэтому вот данный период оптимальный для пересадки.